Всем привет! У нас холодный борщ в кафешечке. Вот тут бутербродик такой с хреном дали. Сметанка. Это мы в Дель Маре обедаем первый раз в этом году с холодным борщом. И вот такие вот у нас десертики вкусненькие. На улице тепло и очень захотелось холодного борща. Кстати, вы едите его или нет? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. И оставайтесь со мной. Сегодня целый день то дождь, как видите, вот, да, вот капли, то солнышко, переменная облачность, хотели постричь газон, бесполезно, потому что, ну, потому что трава мокрая. Так, и у нас есть газонокосилка электрическая, мы ее катаем, но вот решили посмотреть, съездить в Леруа, посмотреть газонокосилку бензиновую, да, Руди? Бензиновую, правильно говорю? Да, вот, поэтому... В общем, посмотрим, что там продается. Узнаем. Да, дешевле, чем в обе. Вот столик. Набор садовый 65 тысяч, да? Так, кресло 4600. А стол сколько стоит со стеклом? Это непонятно. Ну, газонокосилка. А ты здесь смотрел, да, какая это была? Электрические. О, фонарики, фонарики. Он такой у нас не работал дома. Какой-то другой мы купили, он хорошенький оказался. Так. Там вот красивая качель. Ну, там девушка на ней сидит. И стоит 25, а так 36. Так, красивый. Получше 270 рублей. Что такое? Колес 255. Так, 255. Так, газонокосилки. Кукурузу ты присмотрел. Ох, какие. Тут 69 тысяч вообще. Это 29. В чем разница, непонятно. Какую ты смотрела газонокосилку? Тут ее и нет. Надо спросить. Ох, какая большая тоже, да? 34 тысячи. Бензинка катана. Ну, такой, да. Не маленький. Катаешь и все. А то с проводом ходить сложно. Так, триммер у нас есть. Еще у меня триммер надо у соседей забрать. У соседей с моей дачи. Здесь надо нет. Забрать триммер. И вроде с Игорем тоже есть триммер для того, чтобы окашивать снаружи, с наружной стороны, вот длинные кусты, когда, да, не газон, а косилка, то есть с улицы газон, в общем, от забора, а то у нас там такие же эти. Канистры, канистры. 10-литровые такие канистры. 250 рублей канистрочка стоит на 10 литров. Тачки, тачки, тачки. Рама тачки, кузов тачки, да, и тут получается вместе было 7 тысяч. Ничего себе, это что, так ли цены, что ли, непонятно. Тачка двухколесная, 5500, вот. Леруа магазин. Тачка одноколесная, 4292, и самая дешевая тачка 2500. Вот такая вот простая. Так, Руди, что это? Вот колеса для тачек. У нас тачка большая. Так, ладно, Руди ходит, смотрит. Это не наше ведро. Что пойдем дальше? Нет, галоши. Галоши. А вот эти канистры для смеси, для этого. Заливать. Здесь смешиваешь масло, смешиваешь бензин и заливаешь в газонокосилку. Ой, шлепки, давайте посмотрим шлепки. Что за шлепки? Какие-то синенькие, голубенькие. Шлепанцы. Какие шлепки. Не знаю, ценников нету. Вот мужские шлепки. Тут вот эти вот кроксы. Такие. Смешные. Хочу цветы сходить посмотреть. Вроде как какой-то вцепился газонокосилка. Вот это ты смотришь? Похожее.
Здесь тоже 46 сантиметров, по-моему. Ну, тоже бензинка, да. Так. Сейчас я так возьму. Для нас, кажется, нет 40 сантиметров. Что-то какая-то она маленькая. Сзади ящик маленький. 50 литров, но это тоже... А там 65. Который ты смотрел, тоже? Да? Да, маленький. Здесь как минимум больше нашей раза в полтора. Ну, больше, но маленькая все равно. Какую-то другую. Можешь спросить, где она? А ты не смотрел наличие в магазинах? Может, там в другом магазине наличие? Такая же есть 51 сантиметр здоровая. Хорошая. Так, хожу, всего за газом накосил. Давайте я что-нибудь другое поснимаю. Еще одну смотрим. Так, давайте я вам сегодня покажу. 29 тысяч. У нее 60 литров уже сборник. Она такая, да, прям. Ну вот, а те, ну, может, купили, но они как раз, она 26 с копейками. Еще и сборник больше. 65 там, да? Да, 65. Так а давай посмотрим наличие в каком магазине. Сейчас в телефоне поройся. Вроде не посмотрел. Он думал, что во всех магазинах наличие. А я знаю, что не во всех. Но вот это тоже неплохая. Такая до 29. Он говорит, Део там была. Что у нас-то поменьше такая, как бы электрическая. Она легенькая, но ей весь газон ходить с ума сойти. То есть с утра до вечера ты ходишь, все скосить не можешь. И провод этот болтается, мешает. А это еще самоходная. Толкать не нужно. Вот такие вот форта для роста тюльпанов и других срезных растений стоят 23 рубля. И я не знаю, вот такой какой-то для комнатных растений удобрение. У меня же моя гербера все еще у меня держится и цветочки даже дала. Так что я не знаю, чем ее удобрить. Я не очень тут понимаю. Видите, вот для хризантем роз, для роз бегони хризантем. Для гербер тут ничего не нашла. Ничего не понимаю. Цветочный рай, но это не то немножко. Вот такая для комнатных еще какая-то бутылка. Так, а что тут? Все так покажу. 10 мл в 1 литре воды. Этим раствором полить растения каждые 70 дней. Вне корневая подкормка. Корневая подкормка петуний. Агрикола вот это вот. И вот я вот такую для комнатных растений тоже порошки. 5 грамм чайная в 2 литрах воды. Ну, в общем, не знаю, какие-то для комнатных, не знаю, жидкую взять или такую, мне кажется, все равно. Ну, не знаю, возьму вот такую. Это, я не знаю, цветочный рай. Декоративно для лиственных, эффект 3 дня там какие-то. Ой, девочки, знать бы вообще, что нужно. То для роз, для орхидей. Для орхидей. Роза орхидеи это все. В общем, цветочная какая-то лабуда. Просто не хочу сироп брать, потому что я потом положу все равно в этот. Грили всякие. В сарае, а в сарае, если холодно, там зимой, например, замерзнет потом, да, так. Пусть удобрения пригодятся, какие-то штуки. Рудольф пока все газонокосилки читает. Ой, про него пакетик. Может быть, я бы взяла бы ту газонокосилку, вот которую мы сейчас увидели, она неплохая. То есть я бы взяла ее, он пока читает про нее. Так, кактусы. Какие кактусы красивые. Ой, такая гриль, 23 рубля. Пальма. Цветочки. Вот тут, видите, орхидеи такие уставшие тоже. А гербер тут нет. Горшки. У меня горшочек хороший стоит. Может, потом такой пересадить? То на листья дает, не знаю, как за ней ухаживать. Что там? Смотрю, горшок какой-нибудь. Тут есть такая зеленая, есть такая пластиковая. Здесь немножко треснутая, но она единственная светлая. Такая молочная. 312, то есть сколько стоит. Я, наверное, такую возьму. И пересажу цветок сюда. Потому что ему надо побольше места. Мне кажется, ему мало там.
Так, вот здесь еще какой-то грунт универсальный, 2 раза больше питания, энергии для роста. 5 литров фосфор, азот, калий. Я думаю, что вот этот купить надо. Маленькая упаковочка, и в него посадить мои герберы. Нашла еще горшочек один такой. Он не битый, не колотый. Там дяденька мне достал с верхней полки. Так, ищу Рудольфа. Нашла. Ароматизаторы. Мой любимый, который я сначала покупала только в Финляндии. Достаточно. Такие цветочки интересные. Это тоже какие-то ароматизаторы цветы или что? Или в них добавлять надо, или просто искать, что это такое? В горшке просто. Ничего, просто для дома цветочки. Вот такие вот. Этот настолько не любит никаких запахов, и ароматизаторы не любит. Поэтому уже побухтит немножко. У него большая чувствительность к запахам. О, какие-то тут наборы для пикника. Вот такие вот. 5568 рублей. Такой пуфичек мне очень понравился. На 4500. Такой симпатичненький. Вот и двери смотрят. Менять прихожку. Надо зеркалом дверь, потому что ты заходишь в меню. Да. 6500. А, ты самую высокую смотришь, да? Ну, мне дали максимально. 3 такие двери надо. 3, да? 30 тысяч. 30 тысяч надо, да, круто. Такие подушечки хорошие на террасу. 438 рублей. И серого цвета есть. Это какие-то гардины тут. Взять вот одну такую подушечку. В машину бросить, если спать. Так, вот такие, ну не знаю, 298 рублей. Так, вот такая 261, вот это буретки. Мне вот такая серенькая нужна. Здесь есть светло-бежевая, зеленая и серая. Я серую возьму, потому что у меня вот таких нету этих. Слетает пока у меня со стула. Купила я всякого. Для горшка. Для цветочка головой ударилась в крышку. И вот такую подушку. Вот это лучше мы выбрали. Не знаю, ничего такого цвета. Но она, по крайней мере, поприятнее по ткани. Он не липнет. И на нем можно, да, полежать, спать. В общем, пусть лежит в машине. Это мой максидоми. Стул мне понравился. Очень серый. С такими ножками. 6039. Барные стульчики. Вот этот светлый, но он марки. Вот этот серый вообще хорошо смотрится. Но это не очень светлый, да, дешевле стоит. На 500 рублей, потому что марки. Так, вот такие стульчики. Тут стулья, тут крутящихся нет. Еще есть такой повыше стульчик. 7819. Его высота 95 сантиметров. 50 на 50. Такой тоже хорошенький прям. Так, отсев. Сколько высота? Сейчас брать, посмотрим. Хотим стол купить все-таки. Так, а здесь высота 100. Так, вот так вот, 115, да? 115. Посмотрим, какой там. А, к тому столу, который мы в Таллине смотрели, какого там размера стулья. Мне они понравились. Они неудобные, а стол очень красивый. Вот мне нужны стулья. Так, о, целая куча газонокосет. Ну что это там? Стоят как раз те, покажи, которые там под заказ. А, да? Давай посмотрим. Заодно выберем. Ну, это главное их потрогать. Там можно и под заказ сделать. Чтобы Леруа под заказ подешевле. А здесь вот можно их пощупать. Ну и что-то тут насмотрел. А, это вот эту, которая стоила там 29, по-моему, сколько? 26. Нет, мне 26 точно не стоило. Вот это не стоило. Она 27 точно стоила, да. Так, здесь 65 литров сборник, да. Угу. Так, Максидоми же еще скидки 5% там или сколько? 7, ну, да? Надо спросить, у них сейчас карточная система действует? До 14%, если получится то же самое со скидкой. До 14% сейчас? Что ты взял? Леруашки у нас стоит 27 990, то есть 28 тысяч, а здесь 20 37.
9 тысяч рублей. А попробуй подели на вот 37 тысяч на 14%. Ну, минус вообще-то. Сколько получится? 5 тысяч минус. А, смотри, а здесь ширина захвата 48, а там 46. Ты не тот размер смотрел, да? А если 48, то она уже сколько стоит будет? 44 990. Так что вот так вот. Это движок белый. По расцветке она такая красивая. 65 литров. Бак, да, вот смотри, веска 48. Вон, видишь, вот надпись. Сколько у нее вес? Сейчас обойду. Ой. Так, так, так. А вес тут не написан. Сколько? 30. Нет, так не можешь, там 30,5 вести, потому что там была меньше уровень среза. И, да? Отойди, пожалуйста, дай покатать ее. Ну, так катается, да. Такая беленькая, симпатичная. Садовые игрушки здесь. О, смотрите, какая тетенька. 8740. Вот такой тигра за 8790. Таких две штуки поставить куда-нибудь. Аисты, лани, ёжики. О, давайте посмотрим. Ёжик. Ёжик симпатичный. Лягушечки. Суслики. Суслики. Вот эти привет. Ой, какой. За 1400. Прикольный парень. Но маленький, правда. Хочется что-нибудь побольше. Ой, какой свин. Это еще 159. Здесь, кстати, не такие уж они дорогие. Фигура садовая. Крот. Крот 2000 всего. Слушайте, тут ценники очень-очень хорошие. Хочу такого крота. Наверное, куплю крота такого. А мне нравится крот. Надо Рудольфу сказать, что он не очень любит делать статуэтки. У нас эти зайчики. Милые такие за 1265. Вот такие зайчики. Ой, какой заяц. Какой заяц. Этот заяц стоит 1725, девчонки. Вот этот роскошный заяц. 1725. И крот. Ну, наверное, зайца больше хочу. Ёж. Ну, ёжик такой веселенький. Но ёжиков у нас уже много. Лягушки, лягушки. Ой, смотрите. Ой, какая черепашка. Черепахи дорогие, правда. Смотрите, 2490. Это 1100. То есть, видимо, вот из-за вот этого черепуси дорогие. Посмотрим. Ёжики сурикаты еще раз. Зайца хочу такого, правда. Или вот этого вот крота. Что Рудольф разрешит? Потому что он, конечно, говорит, ты там наставишь всякого такого. Оно сегодня некрасиво смотрится. Заяц красивый. Лани красивые. Тут коза, петух. Петух не люблю. Утки, гуси. Это хорошо, когда рядом пруд есть, да? И вот такой вот. Ой, кстати, вот это тоже стоит 1690. Вот такой гусь. Так. Вообще цена. Вот такая красивая тоже утка. Симпатичная. Вот этот вот. Это хорошо, когда пруд рядом, да? И вот типа и пьет с пруда. Открыта для друзей такая 2800. Но это дорогой же. Значит, тут крот вот этот дешево, что бьется, что ли? Я не знаю, но, по-моему, нет. Я пробовала, но пластик такой, пластик, не гипс. Не должен биться. И заяц красивый. Очень красивый заяц тоже такой. Пластик. Так, пойду Рудольфа искать. А, смотрите, какая, 1490. Ну, конечно, такая маленькая, изящная, металлическая. Ну, это, конечно, во дворе, в траве. Ее незаметно будет на какие-то камушки ставить надо. Вот на камушек вот такую бы черепашку, вот такую вот улиточку. Такую улиточку положить. У нас камень есть там, но он кривой немножко. Мне посмотреть, какого размера, что там поместится. Так. Наверное, зайчик лучше. Даже зайчик как-то эстетичнее смотрится. Но этот крот, он веселый, но он какой-то цветной. А зайчик, он такой очаровашка. Вот тут, видите, зайчики смеются. Они просто маленькие, да. Вот эти зайцы прям, два зайчика. В общем, да, красивые-красивые здесь. И недорогие цены. Там лебеди, да, красивые. Но тоже это в основном куда-нибудь их положить или... Чтобы, в общем, их как-то было видно. Так. Тут кашпо. Ну, я кашпо взяла для своей герберы. Это гербера в 1700 рублей обошла. Все эти подкормки, горшок всякие. Больше не хочу никаких цветков в горшках. Сейчас не ввожусь, ношусь, как эта курица с яйцом.
она мне все загибалась. Вы мне советовали подстричь, отрезать сверху, да. Я отрезала сверху цветочки. Оказывается, их нельзя отрезать, точнее снизу. Их нужно, когда они подсохнут, либо вот отщипывать, иначе она вянет. Или же нужно, так, давайте буду вам все показывать. Или же нужно ее выкручивать вот так вот. Ну, я не знаю, я же не выкручивала, подрезала. И вот она начала мне загибаться. Ну, благо, помучилась, поболела. Я ее там под корком покормила, какая корова прикольная. 209. Сюда можно какой-то цветочек. И вот такая вот корова, которая якобы держит, да, за все. Прикольно, конечно, 2200. Так, вот такие какие-то. Вот такой больше садово-огородническая подставка для цветов. Песенница. На улице у нас гнилет. Вот такие подставки прикольные. Давайте пройдем по магазину. Так много всего прикольного. Хочу качели еще посмотреть. Утки плавают в пруду. Всякое-всякое разное. Сумки, корзинки, барбекюшницы. Так, вот там качели. Давайте посмотрим. А, качелечки, давайте посмотрим. Качелечки, так. Ну, за 6 тысяч это не качели. Видите, как такие качели, вот. Они, получается, в землю впиваются, будут кривые. Такая качель. С боковинками приятно. 24 тысячи, но у нее нет вот этой сетки, которая закрывается. Так. Сяду. А так качель удобная, кстати. Скрипит удобно. Ну, надо сетку от комаров. Супер. О, я хочу, очень хочу скамейку во двор. У нас там есть куда ее поставить. Это 6900 такая скамеечка. А вот такая скамеечка 6500. Ну, там пластиковая какая-то, не очень. Давайте посидим. Ну, как сказать, ну, простая скамейка, да? Давайте вот на ту пересядем с боковиночками. Хотя не рейтинские. Так. Даже не знаю, на чем. На этой комфортнее, да. Еще раз вам вот эту покажу. 6900, то есть она 1,5 метра, да. И вот это тоже 1,5, да, тоже 1,5 метра. Ну, в общем, цена там 400 рублей разница. Вот это, конечно, круче. Хотя вот мелкие рейки может болеть, ну, ноги, да, если он давит. Ну, вес небольшой, не давит. Какой столик красивый, девчонки. Мозаика. 7000 столик. Складной 60 на 60. Смотрите, какой интересный. Так, ну там столы, батуты. Так, все нету, пошли дальше. Так, опять качель, карусель. Так, такая светлая сетка, очень тонкая, мне не нравится. Ну, боковинки, правда, такой мягкий очень матрасик, не знаю, мне очень не понравилось, хотя неплохо сделано. Цвет такой универсальный. Ой, нет, на ней вообще неудобно сидеть. И она скользкая. Это станет скользкая и заваливается она как-то. Вообще неудобно. Не знаю, мне не понравилось. Вроде там все читает инструкции. Выбирает карусель себе. Надо какую-то метелку купить. Вон там метелочки для уборки, подметания. Ну что ты скажешь? Истина оказалась в том, что именно эта модель там за 27. Ага. Потому что здесь написано 48 СП, это модель. Ага. Ширина у них написано 46, а здесь 48. Ага. Понятно. Ай-яй-яй. Это модель та же самая. То есть дюра цены выгоднее. Ну так чего, закажем тогда там, да? Что она так-то хорошенькая. А то что колеса маленькие, ничего. А вот в этой? L48. Да-да-да, но смотри, да, маленькие колесики или нет. Да, маленькие. Модель, а вот здесь там вот. Там просто, которая вот эта. Побольше колеса. Там у них двигатель другой такой же. Четырехтактные? Да, они все четырехтактные. У них. Вот, 44. Видишь, это вот этот 900. Хендаевский движок. Угу. Это вот этот спраттоновский, более качественный движок. А здесь 40. Боже, мне вот это, наверное, хотя не знаю, вашим колесам. Вообще разница есть, колеса большие или низкие, или маленькие?
что в основном это все с разными колесами. Это если ты по буераком по каким-то ездишь. Там низкие колеса. Бензокосилку мы решили купить по интернету, заказать. Вот мы в Теремке по блинчику фермерскому едим, уже вечер. И собираемся домой. Дома я вам покажу свои цветочки. Всем приятного аппетита. Решила показать вам цветочек. Вот смотрите, моя гербера. Все-таки она еще у меня живая. Теперь вот у нее, когда цветочки отцветают, они отсыхают, и все, их нужно вот так отломить. Я не знаю, как-то нужно выкручивать вот этот ствол, но я не выкручиваю. Здесь маленький цветочек уже распустился. Конечно, когда она себя хуже чувствует, маленькие цветки дает. А я не очень умею ухаживать за герберой. Но у нее вот здесь вот уже листочки пошли. Так, и сейчас еще покажу еще один у нее цветочек, который у меня стоит на окошке и стремится к свету. Так, сейчас я поищу, где-то он у меня. Вот. Вот он, видите, красавчик, тоже такой ножки. И вот здесь вот маленькие-маленькие уже пучочки. Сейчас вот так вот раздвину, покажу, видите? Вот, вот здесь я срезала листья, цветки точнее, которые уже испортились, да, отцвели. На самом деле не нужно было их срезать, потому что заболело растение, и все вот так вот опустились листья. Но сейчас у меня большое количество листьев. То есть срезать цветки нельзя, нужно дождаться, когда высохнет совсем. Вот, и после этого только я вот здесь вот откручиваю, но надо как-то вот выкручивать. Я не знаю, девчонки, не умею. Если кто-то с герберами общался, подскажите, пожалуйста. Она дает много-много листочков новых, и поэтому вот такая шапка. И ее нужно периодически пересаживать. Сейчас у меня в небольшом пластиковом горшке я пересадила у нас таким, ну не то что автополивом. Знаете, как поливаешь, и туда вода проникает. И надо по нескольку раз в день поливать цветочек понемножку. Тогда он хорошо держится. То есть под кормочкой. Так, поэтому я его хочу пересадить. Я сейчас покажу, что все же я ему взяла. Взяла вот такой горшок. Сейчас буду уменьшать, точнее, вот так вот показывать. Так, это вот в Леруа мой любимый диффузор розочка. Люблю, обожаю, прямо не могу вообще. Моя любовь. Так, эти три подкормочки для роз тюльпанов, это для срезанных цветков. Пусть будет, потому что для срезанных нужно. Вот такую вот подкормочку для комнатных растений. Тут нужно чуть-чуть немножко на... В 2 литрах 5 граммов. Ну, чайная ложка на 2 литра, да. А водичку и поливать. И потом, то есть, подкармливать. Но периодически, регулярно, наверное, не надо. Или надо, напишите мне, пожалуйста. Я тут все почитаю. Я думаю, что постоянно в удобрениях она, наверное, не нуждается. Хотя, напишите мне. Я не знаю, с герберами вообще. Называется, не было проблем. Вот, да. Купили цветочек. Мне жалко. Рудоль говорит, высади на грядку. В цветник, я говорю, нет, не хочу, потому что я вот ночью ему холодно, и может как-то я его здесь смогу держать. Вот такой горшок я ему купила, светленький, и так. И рассаду, ну не рассаду, это грунт, в который вот сюда добавлю, то есть питательный грунт, чтобы пересадить его. Он будет давать много листьев, я не знаю. Потом, может быть, я выставлю на улицу, и со временем, может быть, в июле я его высажу. Это, конечно, однолетка, потому что зимой ему холодно, он замерзнет, я не знаю. Вот, мне его жалко до этого было высаживать, потому что я все-таки думаю, что он может как-то жить дома. Не знаю, но за ним нужно прям вот реально ухаживать. Он очень капризный. В плане для людей, которые неопытны, не покупайте такие цветы, но все же, видите, он меня порадовал маленьким цветочком. Все старые уже отвяли. Они обычно 3 недели где-то цветут, и все. Вот этот у меня уже цветет где-то с неделю. Вот. А вот этот вот только начинает. Ну, вот почему-то маленький, да, вот не вышел он в большой рост. Может, ему мешает вот этот пучок листьев, скорее всего. Потому что до этого было много цветов и мало листьев. Я не знаю, что делать и как эти листья обрезать, чтобы оно не погибло, потому что их нельзя мочить. Я знаю, что можно поливать вот так вот, сбрызгивать. Ой, слушайте, я не помню, листья сбрызгивать на цветки не попадать или наоборот. В общем, я не брызгаю на него ничего. Надо, кстати, это уточнить, в интернете почитать. Но я так и не поняла все же, как его обрезать и что
как обрезать вот эти кусты, девчонки. Кто знает, с герберы подскажите, потому что, видимо, они собирают все питание у цветочков, да, цветочки появляются, но очень маленькие, потому что, видите, листьев появляется еще больше. Так что он пока у меня живенький, борюсь, но я говорю, что я человек неопытный в плане цветов, но я стараюсь. Вот. Так, посмотрим, как он у меня будет, ну, хотя бы цветочком он меня радует. Так что, девчонки, вот, поделилась с вам цветком и своими покупками. Уже столько ни в денег, ни ров бухала, и бегаю, поливаю, и там удобряю. Удобрения были только какие-то для других цветов, и вот таких вот не было. Я не знаю, честно, какие вообще удобрения нужны. Один раз поливал, и потом вот он у меня потихонечку, ну, то есть не один день, а понемножечку, и он мне начал восстанавливаться после того, как я обрезала вот эти вот цветки, вот так вот обрезала. Бедняжечка, он мне сразу весь прям скукожился, я его выставляла на улицу, я днем его ставлю на улицу, чтобы он дышал воздухом, ночью домой заношу, на подоконнике у меня стоит ночью и утром, когда прохладно, чтобы просто вроде солнца ему хватало, но, в общем... Вот такой вот мое мучение, девчонки. Помогите, подскажите, что нужно гербере, чтобы она себя чувствовала комфортно. И вот такую вот сидушечку я все-таки взяла. Так, еще взяли машину, подушечку, я уже показывала. Вот эту сидушку взяла на табуретку, потому что у меня есть такая, но без завязочек, постоянно слетает. Это, конечно, такая мягкая, видите, под мех обычная. Ненадолго ее хватит. Ну, как ее хватит надолго в плане, но я надеюсь, что стульчик я скоро себе приобрету. Дамский какой-нибудь крутящийся, пока я на обычной табуреточке. Да, и вот она деревянная, и, ну, то есть со стулом, точнее, стульчик жесткий. И вот подушечка слетает. Это слетать не будет. Так что 300 с копеечками стоит, кашпо стоит, по-моему, 400 с чем-то. В общем, грунт, я не помню, 100 с копеечками. Тут все тоже бюджетное, 100 с копеечками. Ну, понимаете, все бюджетное, но по факту получается... А так, за все я дала 1725 рублей, как не бывало, да? Вот так вот. Девчонки, ну, надеюсь, завтра будем все пересаживать, сажать, и все у нас будет красиво. Так что я вас целую, желаю вам отличного вечера, прекрасного настроения, главное здоровья, целую. Всем пока-пока, надеюсь, встретимся завтра. Пока.